Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про дропы, про сайты, которые уже освободились и которые можно как-то использовать в своих корыстных целях, с целью лучше продвинуть свой сайт. Отвечаем на вопрос подписчика. Он спрашивает: приобрел доменное имя, тематика которого совпадает с моей, им перестали заниматься и решили не продлевать. Ставлю 31 редирект с этого доменного имени на свой и размещаю текст со старого сайта. А поисковики будут считать контент оригинальным и моим? Вопрос. Если за время, пока тот сайт существовал, с него эти тексты не растащили, и если он сам эти тексты откуда-то не стащил, то если вы поставите 31 редирект с него и этот контент разместите у себя, то, ну, условно, да, то есть вы будете как бы первоисточником этого контента. Поисковики, в общем, будут знать, что этот контент где-то раньше был, но по моей практике, в общем, это не мешает продвигаться этим страницам уже на вашем сайте, поэтому как бы в этом смысле нормально. Второй вопрос. На старый сайт были размещены ссылки, они будут передавать вес моему сайту, появятся ли они в консоли, в списке внешних ссылок. Заранее спасибо за ответ. Те ссылки, которые вели на тот проект и на те страницы того проекта, с которых вы поставили перенаправление, поэтому в этом смысле важно, чтобы вы не только, чтобы главная страница на вас перенаправляла, а и внутренние страницы тоже, то эти ссылки, они как бы перетекут на ваш сайт и будут вашему сайту помогать продвигаться, если они были хорошие. Поэтому важно, прежде чем вот таким образом подклеивать их сайт к себе, то важно проверить, были ли у того сайта плохие ссылки у тех страниц. И как вариант можно поставить перенаправление со всех страниц того сайта, кроме тех страниц, на которые есть плохие ссылки. То есть чтобы хорошие на вас перетекли, плохие нет. В общем, это такая неоднозначная методика. Единственное, что когда частично вы попробуете подклеить, все-таки лучше, когда сайт подклеивает целиком, и лучше подбирать именно такие домены, у которых плохих ссылок вообще нет. Но, в общем, как бы можно это использовать. И третий момент, про который вы не спросили, но он есть, это, в принципе, плохая, ну, условная карма домена. То есть, когда у этого домена есть какой-то бэкграунд, то есть что-то в его прошлой жизни было такое, что поисковики на это очень сильно обиделись. Ну, в основном эта механика лучше всего работает под Google, поэтому мы сейчас говорим про Google. И были какие-то санкции, возможно, они сняты, возможно, они какие-то скрытые санкции. И подклеив его к своему сайту, вы можете своему сайту навредить. То есть это будет такой токсичный, так называемый, дроп. И в этом смысле я рекомендую, прежде чем подклеивать этот сайт к себе, подклеить его к каким-то еще сайтам. То есть просто взять какой-то либо свой проект, либо любой чужой, внутреннюю страницу этого сайта, которая где-то на второй-третьей странице болтается. Подклеить туда, подождать несколько недель, ну, как правило, до месяца. Если с этой страницей произошло что-то плохое, то есть она как-то ухудшила свои позиции, то, в общем, это, скорее всего, токсичный дроп, и его нужно оттуда отклеить и, в общем, забросить. Если эти позиции хотя бы немного улучшились, то подклеивайте его к себе. Если они никак не среагировали, то надо еще подождать. То вы оставляете, еще можно на месяц оставить, посмотреть, все-таки качнутся они вверх или вниз. Вот. И как только качнутся вверх или вниз, вы, в общем, подклеиваете либо к себе, либо его отклеиваете отовсюду и забрасываете этот домен. Как-то так. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментарии и приходите на бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению. Ссылка на него в описании. Пока!